Сейчас, вот что говорю. Все, так, иди сюда. Добрый день, дорогие друзья. Мы находимся в Одессе, Украина. С вами аркуратор Олег Ветров и молодая юная художница Варвара Олеговна. Варвара Олеговна, повернитесь к зрителям, пожалуйста. Что мы делаем? Вы нам расскажете? Мы делаем что, инсталляцию? Да, Варвара Олеговна нашла и сделала инсталляцию. Пройдемте к инсталляции, ведите нас. Вот, видеорепортаж. Хвост у вас, конечно, шикарный, молодая художница. Итак, что же вы обнаружили? Вы обнаружили, как это называется? Стул. Стул? А чей он? Мой. Ну, мой это что это? Ну, как полное название инсталляции? Варин стул. О, здорово. Итак, это 31 мая. Инсталляция «Варин стул» в музее МСО. Юная молодая художница, дарование. С вами аркуратор Олег Ветров. До новых встреч. Подписывайтесь на наши обновления. Всего хорошего.